Друзья, прошу не судить строго. Это видео выкладываю только для того, чтобы коллега по хобби увидел наличие платы и убедился в том, что она включается и работает. Качество ужасное, так что для просмотра и удовлетворения своих эстетических потребностей оно абсолютно не годится. Извините. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.